Приветствую всех на канале Gorillaz Channel. Сегодня я хотел бы познакомить вас с еще одной новинкой нашего перчаточного раздела, а именно перчатками от компании Franklin Gloves. Этот бренд абсолютно неизвестен в Украине и России, поскольку он вообще может быть известен только в той стране, где играют в бейсбол. Так, все по порядку. Franklin Gloves – это материнское подразделение компании UniForce. UniForce Tactical Gloves – это имя лишь недавно появилось на рынке товаров для правоохранительных органов, однако компания отнюдь не новичок. UniForce является подразделением Franklin Gloves, который является производителем спортивных товаров с 60-летним опытом работы. Ключевое направление Franklin – это производство перчаток. В течение 25 лет компания является поставщиком перчаток для профессиональных бейсболистов, и ее перчатки признаны лучшими в своем классе. С 83 года эти перчатки стали официальными перчатками высшей лиги бейсбола, и сегодня 60% бейсболистов в Соединенных Штатах носят именно перчатки Franklin. Бейсбол не единственная арена, где играют перчатки Franklin. Есть еще американский футбол, перчатки являются официальными также в Национальной футбольной лиге и также используются хоккеистами NHL. Вот, собственно, этот многолетний опыт работы и новейшие технологии и легли в основу бренда UniForce, который Franklin Gloves специально создали для тактического подразделения. Сегодня стало модно производить тактические, становится модным производить тактические вещи, и мы помним по компании Under Armour, которая, собственно, тоже начиналась с американского футбола, как она плавно влилась в лигу производителей товаров для тактики. Итак, в нашем сегодняшнем обзоре самые бюджетные перчатки от компании Franklin UniForce, которые называются Second Skins. И в переводе это означает «вторая кожа», и сейчас я вам, собственно, попытаюсь показать, рассказать, продемонстрировать. Итак, первоначально, как, собственно, появились эти перчатки у нас в магазине, достаточно часто к нам клиенты приходят и спрашивают перчатки с максимальной тактильной отдачей на кончиках пальцев. В основном это, конечно, ребята, которые занимаются практической стрельбой, и перчатки им нужны для того, чтобы максимально чувствовать спусковой крючок. Лично для меня, выражу субъективное мнение, самыми непревзойденными по тактильной отдаче перчатками являются YLX SAG-1 Combat Assault Gloves. Мы делали обзор, я рассказывал о том, что перчатки YLX сделаны из козьей кожи со специальной пропиткой, они позволяют считать деньги, чувствовать спусковой крючок в самых мелких деталях. Так вот, я могу сказать, что Franklin UniForce Second Skin — это перчатки, которые даже превосходят YLX, при том, что они стоят чуть ли не в 3 раза дешевле. В нашем магазине их цена составляет $40, и могу повторить, что это просто превосходный выбор для тех, кому нужны перчатки для стрельбы, либо для повседневной носки с просто максимальной, феноменальной чувствительной отдачей на кончиках пальцев. Итак, давайте немножко поподробнее. Вы, наверное, уже заметили по вот этой лейбочке о том, что перчатки сделаны из кожи Peters, а именно здесь используется марка кожи, которая называется Cabretta. Это кожа очень-очень тонкая. Первоначально у меня, когда я взял в руку эти перчатки, показалось даже, что это какая-то некая тонкая синтетика. Нет, на самом деле это перчатки с какой-то гениально тонкой кожей, наверное, здесь меньше полумиллиметра даже. И, безусловно, эти перчатки нельзя отнести к разряду тактических. Это, повторюсь, это легкие стрелковые перчатки, либо для вождения автомобиля, либо casual. Но никоим образом я не рекомендую вам использовать не то что для военных целей, а даже для тактических. Это перчатки для тонкой хирургической работы, если это можно так сказать. Давайте я попытаюсь сейчас их надеть, чтобы вы видели, как эти перчатки сидят на руке. Две ремарки. Первое. Точно так же, как и в перчатках Rangers Gloves, с которыми я вас познакомил в предыдущем обзоре, эти перчатки идеальны
по своей размерной сетке. Написано, если написано, что они подходят для M-ки, и если у вас рука M-ка, они идеально ложатся. Точно так же, как и с Rangers Gloves, перчатки идеально подходят для людей с тонкими кистями и длинных пальцев, с длинными пальцами. Как мы видим, на ладонной части нет никаких усилительных вставок, однако как раз именно это и позволяет добиться феноменальной чувствительности. Сама перчатка фиксируется вот такой вот на запястье липучкой велкро, манжеты выполнены из неопрена. Тыльная часть перчатки выполнена из синтетического материала лайкра, и сама компания говорит о том, что перчатки абсолютно спокойно допускают ручную стирку. Вот, наверное, вкратце все, что можно рассказать об этих перчатках Franklin Uniforce, которые называются Second Skin. Повторяю, что я могу очень долго говорить, но до тех пор, пока вы не возьмете в руку или не наденете эти перчатки на свою руку, эти слова все будут излишни. То есть это нужно надеть, понять и ощутить то, что название «вторая кожа» не является никоим образом преувеличением или рекламным лозунгом компании Franklin Uniforms. Итак, спасибо вам за внимание. Я думаю, что обзор можно считать на этом законченным. Повторюсь, у нас были перчатки от малоизвестного, но просто отличного бренда, который называется Franklin Gloves, который пришел в мир тактики из мира спорта. Если у вас остались какие-то вопросы по этим перчаткам или по перчаткам вообще, можете смело задавать их в комментариях к этому видео. Мы постараемся ответить на них максимально быстро. И будем рады видеть вас в нашем магазине Gorillas.com.ua. Спасибо и всего доброго. До свидания.